не будет, да, слышно? А, или слышно? Будет, будет. Будет все прекрасно слышно. Друзья, добрый день, всех приветствую. Мы начинаем первую встречу на этой книжной ярмарке проекта «Книги, которые сформировали мой мир». Вот такое тяжеловесное, но достаточно точное, как мне кажется, название. Понятно, о чем мы будем говорить. И первый наш герой в день открытия, мне кажется, это символично, самый молодой участник нашего проекта, насколько я помню, за все годы, проект уже существует больше 8 лет, Дмитрий Голубев, актер, режиссер, книжный блогер, кто еще? Человек. Театральный блогер. Интересующийся всем. О, человек, интересующийся всем. Да. Обычно я прошу героев составить заранее какой-нибудь списочек, ну, просто чтобы человек собрался, да, потому что сама тоже отвечала на эти вопросы. И если не составишь заранее, теряешься, как-то начинаешь плавать. Списочек у нас есть, но он совершенно не догма. Он у нас просто вот такая лоция для будущего разговора. Но первый вопрос я никогда не предупреждаю, хотя люди обычно подсознательно сами это делают. И здесь такой намек есть. Но все-таки на всякий случай спрашиваю. А какой книжный герой, литературный, сказочный, не знаю, вот был таким главным героем детства? Главным героем детства? Или тем, на кого хотелось быть похожим? Или тот, который очень сильное влияние? Вот это такой психологический вопрос. Я расскажу про героя, которого я очень боялся. Значит, о, это тоже хорошо. Но это даже не, я сейчас не про книгу даже, а про пластинку расскажу. Потому что у меня была пластинка «Карлик нос». И «Карлик нос», и эта история меня до сих пор почему-то приводит в ужас. И я не скажу, что этот герой, на которого я хотел бы быть похожим. Или, это герой, на которого я не хотела. Да. Нет, которым я боюсь быть. Да, это герой, которым я боюсь быть, но он же тоже дает очень хороший импульс к размышлениям. И эта история... Я ее почему-то сейчас сразу вспомнил. А если говорить о... Ну, история на самом деле вообще Гаусс страшный. Очень страшный. И чем старше становишься, тем страшнее понимаешь, тем больше понимаешь вообще весь ужас того, о чем он говорил. Но если говорить о таких светлых, хотя они тоже не очень светлых, то это «Стойкий оловянный солдатик», конечно. Для меня это какой-то образ очень лирический, очень... в духе того, чем мы занимаемся в театре, потому что всегда есть ощущение... А это театральная история, получается? В каком-то смысле, да. В каком-то смысле, да. Потому что театр — это всегда преображение, и театр всегда... Понимаете, самое главное, что происходит в театре, это единичный, каждый спектакль единичен, каждый спектакль не может повториться. Ну, уникальный. Уникальный, да, да. Каждый угу. спектакль. И поэтому... История эта, оловянного солдатика и его гибель ради любви, это гибель каждого артиста, каждого человека, который выходит на сцену каждый раз. Каждый раз человек выходит на сцену, и эта жизнь заканчивается в конце спектакля. Это отдельная жизнь. И у меня почему-то такая ассоциация возникает, что вот эта любовь без... абсолютно светлая, абсолютно... Безоглядная. Безоглядная, mm-hmm. да. И... это не трагическая любовь, а это очень светлый образ того чувства, которое объединяет всех самых светлых людей на этой земле. Слушайте, а хорошая трактовка. Он же в таком случае стойкий оловянный солдатик, он может реинкарнироваться, говоря умное слово. И все, и будет... Правда, насчет новой балерины я не знаю, но, в принципе, у него шансы есть. Да? Я уверен, потому что... Андерсон сам верил в определенные вещи, которые, конечно, никогда... Он был очень религиозным человеком. Он был очень религиозным человеком, поэтому у него никогда не было темного финала с абсолютным, да, с мраком стена таким, да, и так вспомним... далее. Поэтому, конечно, каждая его история — это, наоборот, шаг к новой жизни, к новому... светлому, прекрасному и так далее. Тем более «Стойкий оловянный солдатик» это всегда внушает надежду, несмотря на финал. А никогда не было идеи такой спектакль сделать? Вот в каком-то таком переосмысленном виде? Была и есть, и вообще Андерсон просто настолько... А у вас ведь не было, по-моему, спектаклей по Андерсону? Не было. Никогда. Вот я знаю, что... Его обманчиво считают детским. Вообще всех детских писателей обманчиво считают детскими, потому что
вот, кстати, в театральных институтах самое главное, с чего нужно начинать, это детские стихотворения, детские истории. Роман Григорьевич Виктюк первое нам что дал, это «Приключения Тома Сойера». Несмотря на весь объем и кладезь его знаний, Виктюк принес Тома Сойера, и мы его целых полгода просто изучали, пытались понять линию поведения, линию действия. Заборы красили. Заборы красили, да. И вообще делали все-все-все, чтобы понять детскую душу. Потому что если ее понимаешь, сразу становится понятно, о чем взрослые думают, о чем взрослые мечтают, куда они... Ну, слышишь, это те же дети. Да, но что-то ведь с ними происходит, понимаешь? Что-то с ними такое происходит, с нами уже, что нам докопаться до каких-то вот глубин потаенных очень сложно. Вот есть потрясающий Карл Ясперс, экзистенциалист, который исследовал детство всю жизнь. Он был, конечно, религиозным экзистенциализмом, направление было религиозное, но он исследовал детские мечты, исследовал сны не так, как Фрейд. Да, он не пытался разобрать сны, так как это делали психологи и психиатры. Он разбирал, психоаналитики. Да, и психоаналитики. Он разбирал это с другой стороны, и у него есть потрясающая работа. Если я не ошибаюсь, «Я никогда не умру» называется. И вот там как раз начинается все с детства. И вообще эта тема детства самая важная в жизни каждого человека. Мне кажется, самая творчески богатая. Вот из нее все может получиться. Сказки Пушкина. Вот они, сказки Пушкина, вы с них начали. А какая любимая, кстати? Все. Да. Я вот сегодня ехал и перечитал быстро сказку «Золотой петушок». И... А почему именно петушок? Потому что это та сказка, которую я больше всего не понимаю. Я все остальные сказки, наверное, потому что я чувствую, что в этом он очень много зашифровал, именно в этой сказке. Она небольшая, она совсем не похожа на другие, на мой взгляд. Потому что я не скажу, что я понимаю, конечно. В ней есть некое нарушение логики. В ней есть нарушение логики, в ней есть огромный пласт политический, который до сих пор еще, я думаю, нужно много-много исследовать эту сказку, которая написана очень простым языком, как все у Пушкина, но от этой простоты можно задохнуться, от этой простоты можно... Ее можно просто не выдержать, если в полном объеме этот материал разбирать. И царь Дадон, этот герой, до сих пор вызывает у меня лично очень много вопросов. И его... Например? Например, и «Шамаханская царица», естественно, ну, тоже. Не, ну, «Шамаханская царица» — это понятно. С «Шамаханской царицей» — да. А вот Дадон-то какие вопросы? Она женщина, чушь. А вот какие вопросы у вас царь Дадон-то вызывает? Вопросы власти, прежде всего. Что... Вопрос, который ставит Пушкин, один из вопросов. А насколько власть сильно развращает душу человека и насколько она в нем убивает все, что только можно. Это так, либо это зависит от каждого человека отдельно. Да? Это зависит от каждого из нас, и мы сами вольны сопротивляться этим искушениям, этим страхам и этим соблазнам, потому что «Шамаханская царица» — это тоже образ абсолютной власти, абсолютной. Ну, это власть просто другой природы. Да, власть над другой природой. Власть уже над небом и землей, над всем. Когда ты чувствуешь, что у тебя уже безграничные. Слушайте, какие-то... А образ петушка у вас, вот, мне кажется, образ петушка там гораздо интереснее всех остальных. Ну, как раз это же образ петушка мне он и понятен. Да? Потому что петушок, который прилетает ему и клюет он его в темечко. Он кто вообще? Кто этот петушок-то? Он же, знаете, это тот, кто сидит и смотрит, что происходит вокруг. Это такой тогдашний прообраз СМИ. Ну, в каком-то смысле, да? Вот он знает, что где происходит. Он же носитель информации первичной. Он побудитель всех вот этих процессов до известной степени. Сейчас нет, странное существо на самом деле. Очень странное. Я думаю, что с одной стороны, это образ судьбы, которая уже заранее предрешила гибель это того... Фатум, абсолютный. Потому что петушок недаром в начале
исполняет все желания и честно служит Дадону. Он же не показывает, что он может его убить или уничтожить. Да, он просто ждет своего времени. Как, допустим, я верю в судьбу. Я почти не верю в выбор. То есть вы такой фаталист? Я абсолютный фаталист. Я верю в знаки, в судьбу, во все то, что нам уже кем-то задано, загадано и так далее. Но это, может быть, не совсем относится к сказке Пушкина, потому что это, я сейчас говорю о себе. Ну, вы же можете трактовать. Но, на мой взгляд, финал Дадона уже был в самом начале. То есть, так как я учился у Романа Григорьевича, я просто сразу вспоминаю, что он нам говорил. В начале спектакля уже есть его финал. В начале того, как человек выходит на тропу гибели, уже есть в первом шаге его гибельная стопа. Нет еще... То есть колея, вот та колея, самая, которая его туда приведет. Он может улыбаться, он может быть счастливым, он может любить, он может светло смотреть на окружающий мир, но в первом шаге уже есть нарушение, уже есть ответ. И если этот шифр разгадать, вот почему это очень точная действительно вещь. У нас, я верю, по крайней мере, в это, у нас нет возможности что-то менять и нет возможности что-то поворачивать так, как мы хотим. Но у нас есть возможность этот путь пройти более осознанно и верно и правильно, когда мы этот шифр разгадаем. Когда мы поймем, вот мы сделали шаг, и нам придет ответ какой-то. Ой, ну это можно как сороконожка. Так вот поднял ногу, и все, и уже дальше. Нет, это не значит, что нужно задумываться над каждым шагом. Это просто когда, ну уже совсем тебе уже кричат в уши. Это знаете, как в очень хорошей пьесе, там, где Бах разговаривал с, забыл, как она называется, Бах с другим, с Глюком. И Глюк ему кричал, что надо правителю кричать в уши кричать, чтобы правитель проснулся и понял, что надо спасать культуру. И вот когда жизнь нам кричит в уши, проснись, ты сделал этот шаг, увидь, услышь и пойми, что с тобой происходит, вот это и есть тот шифр, который нужно разгадать. А так спокойно можно шагать дальше и жить спокойно. На мой взгляд, опять же, это... Вот как раз у нас очень интересное продолжение темы. У нас сразу после сказок Пушкина «Чума Камю». Это потому что год такой или это все-таки другое? Это такая вот именно мирообразующая книга для вас? Это абсолютно перевернувшая мое сознание книга. Я теперь точно знаю, как мне дальше жить. Благодаря этой книге. Ты счастливый человек. Да, потому что Альбер Камю дал ответ на самый главный вопрос. Что делать, когда на нас обрушивается абсурд, глыба, смерть, и когда мы не знаем, что будет через секунду? Что? Ну, бедствие, скорее. Бедствие, не смерть, да. А именно бедствие. Вот Марина Цветаева говорила, что когда на тебя идет лавина, когда на тебя идет смерть, ты должен отдаться этой лавине до конца. Она говорила, что нужно распахнуться перед этой волной, и она тебя уничтожит, или не уничтожит, или куда-то вынесет. Сопротивляться этой волне бесполезно. Мы настолько малы, но в то же время мы необыкновенно сильны. Сейчас скажу в чем. Главный герой, врач в этом романе, делает свое дело. Несмотря на то, что чума выкосила весь город. Он продолжает делать свое дело честно, верит в свое призвание, и он может помогать людям. И вот чем он может помогать, тем он помогает. Он лечит до последнего момента, и когда уже чума отступает, он продолжает делать свое дело. Он не делает из себя героя. Это, кстати, о литературном герое. Вот мне очень нравится в этом смысле подход Камю, что он не выделяет этого... А когда вы эту книгу прочитали? В каком я возрасте? Ее давно прочитал и перечитал перед карантином, причем перед карантином. А во время карантина прочитал еще раз. И вот я сопоставляю первый раз, когда я ее прочитал. Но это был роман,
в котором я немножко другое увидел. Я просто увидел, что мы все в любой момент можем быть в оковах каких-то обстоятельств и так далее. Не сильно он на меня повлиял. А вот уже в предчувствии всех этих карантинных масочных дел я еще раз перечитал и понял, что этот писатель – пророк абсолютный. И также был Сартр. Вообще экзистенциалисты, они все 21 век тоже очень хорошо описали в своих произведениях. Ну, потому что, как говорил Роман Григорьевич, первый шаг, то, что происходило в 20 веке, очень, из этого очень логично получился 21 и получается. Логично. Я даже думаю, что 21 век гораздо страшнее, на мой взгляд. Но я... Чушь уж сразу так, а? Потому что... Я вам скажу, почему. Может, все еще будет хорошо. Ответ вот в чем. На мой взгляд, творчество всегда является определением времени. Не то, что происходит, не революция, не землетрясение, а творчество, творческий импульс. Даже не экономическое развитие. Это вообще не имеет никакого отношения к человеческому, к человеческой истории как таковой. В 20 веке был невероятный всплеск искусства, творчества. Это даже просто взять Серебряный век, это взрыв на многие... еще последствия предыдущего века, это еще последствия 19-го. Да, и вот постепенно приближаясь к... это последствия 19-го, но вот за эти 40 лет существования Серебряного века... Ну, слушайте, какие 40? Ну, он же был очень короткий. Как раз вот особенность Серебряного века в том, что он был очень короткий, и все это произошло быстро взрывом, и все быстро кончилось. Вот в том-то и дело. Это произошло буквально лет за 15 даже. Как его определять. Ну, да. Там, он начался... Смотрите, кто когда умер, это не сроки. Сроки как раз вот как бы расцвета существования вот этого мироощущения. Это же было мироощущение прекрасного конца. Да. Мне очень нравится, Дмитрий Быков очень хорошо определил Серебряный век, как... Вообще он классно... Какой-то рассказ, один из рассказов привел в пример и сказал, что вот пальма растет прекрасная под куполом стеклянным. Ну это рассказ, да. Гаршина. Регина. Всеволода Гаршина, забыл. Да, и Всеволод Гаршин написал этот рассказ, вы прекрасно его знаете. Ну, когда уже пальме некуда расти, она прорывает небо. Она настолько сильна, мощна, она так рвется к росту и к небу, и к солнцу, что эта южная пальма прорывает, соответственно, стеклянный потолок оранжереи. Ну, чем все кончилось, понятно. Да, но это Серебряный век. А вот что будет? Ну, никто не знает, да. Это... Да. Знаете, что? Тут у вас есть одна очень крайне интересная книга, которую никто никогда у меня в списках не упоминал. А странная. Вообще странная ее судьба. Она почему-то не вошла в культурный контекст. Это книга Андрея Тарковского «Мартиролог». Мы ее знаем, конечно, но она не стала такой известной. Эти воспоминания не стали такими известными, как воспоминания других людей. Гораздо, может быть, даже не таких интересных по значимости, как Тарковский. Вот странная история. Почему? Почему вы ее назвали, во-первых? И почему, как вам кажется, она не вошла в такой контекст сегодняшний? Вообще с каждым днем Андрей Тарковский, мне кажется, занимает умы. И вообще сейчас Андрей Тарковский звучит очень часто. Где бы я и упоминание в интервью и так далее, и так далее. Но сейчас даже хочется сказать вот что. Великий режиссер своего времени и на много-много вперед, определивший и опередивший свое время. И когда ты открываешь эту книгу, ты понимаешь, сколько нужно сил, крови потратить, чтобы получился шедевр. Это очень важный материал для всех художников, для всех молодых людей и для тех, кто, ну, в искусстве старается как-то что-то реализовать. Это во-первых. Во-первых, это просто тот материал, который формирует личность.
в этих записках ты понимаешь, что это живой человек, это не образ, не какой-то бронзовый памятник. Он писал это для себя. Он это писал для себя, это самое дорогое. В отличие от дневников Гиппиус, которые я читал и видел в каждой строке ее позу, в которой она читала, как она писала: «Сегодня я встретилась с Мережковским, повернулась». Это все дневники литературные. Все равно она честно писала книгу для веков. Она хотела, чтобы ее читали в такой же примерно позиции, как она сидела. И, покуривая мундштук, люди читали о революции. Тарковский писал абсолютно открыто, честно, для себя, не зная, может быть, где-то он и чувствовал, что это будет опубликовано, как все люди, которые пишут дневник, чувствуют, что есть еще какой-то тайный читатель. Вот это будет Господь Бог, кошка домашняя, я не знаю, кто. Это форма необходимой рефлексии, особенно для творческого человека. Да. И это, во-первых, форма познания себя, во-вторых, это форма общения с самим собой, и, возможно, это какое-то тайное послание тем, кто будет это читать после смерти. Потому что он явно хотел что-то рассказать и своему сыну Андрею о себе через эти дневники. Он же знал, что в любой момент его может, в принципе, не стать. И как любой человек, который пишет дневник, понимает, что его может не стать. И он, оставив тетрадь либо на столе, либо в шкафу, в любом случае придет тот, кто ее возьмет в руки и откроет. Потому что когда Раневская сжигала свои дневники, она точно понимала и знала: я не хочу, чтобы мои воспоминания кто-то открывал. Она знала это и так далее. Вот. А по поводу Тарковского, почему я внес его в этот список? Он для меня является опорой тоже. Он человек, прежде всего, человек для меня, который постоянно боролся со своими демонами. У него было огромное количество внутренних, вот эти, как нам говорит Владимир Алексеевич Аносов, наш режиссер по пластике, каждый конь, каждая страсть разрывает тебя в свою сторону. Эта колесница может рухнуть в любой момент. И поэтому, конечно, Тарковского читать нужно только потому, что он честен, он зол иногда, он никого не щадит, в том числе себя. Он был жестоким человеком. Когда он узнал о том, что у него уже смертельная болезнь, он пишет: интересно, умру? Вопрос. Вот человек пишет в дневнике, не какие-то лирические вещи. И в конце, я хочу даже перейти сейчас на книгу, которую я дальше указал, потому что это невероятно. Он в конце, уже находясь в больнице, читает Варлама Шаламова «Колымские рассказы». Это когда человек находится уже в тяжелейшем состоянии. Ну да, другой бы человек смотрел бы, что где, там, не знаю, «Поле чудес». Другой бы Донцова читал. Да, или да. То есть отвлечься пытался. Этот человек размышляет о том, почему Шаламов является лучшим представителем тюремной прозы, и почему. И он объясняет это, и он об этом размышляет, и он в своих дневниках об этом думает уже на последних страницах своей жизни. То есть, знаете, здесь какой еще интересный момент может быть? Он читает еще более страшное, чем то, что происходит с ним. Да. Потому что книга Шаламов же всегда травма. Вот ее сколько ни перечитывай, это каждый раз травма. Психология человека, который вот на смертном одре, можно сказать, в больнице перед концом перечитывает Шаламова, это само по себе. Это его отношение к жизни. Причем Тарковский читал не для того, чтобы ему было хуже. Он просто знал, он же абсолютно понимал, что смерти для него нет. Он вообще не боялся смерти. Стойкий оловянный солдатик. Стойкий оловянный солдатик. Он писал в своих дневниках, как будто он завтра выйдет на работу. Как будто он завтра... станет так же, как и Солоницын. Да, так же, как Солоницын. Он звонил Тарковскому и говорил: я хочу сниматься в «Ностальгии». Я хочу сниматься в «Ностальгии». Не бери пока Янковского. Я знаю, что ты ему позвонил. Я выздоровлю. У меня все проходит. Значит, мои все эти вещи отступают. Я все это переживу и так далее. Плакал, просил. И Тарковский до последнего момента Янковскому ничего не говорил. Он ему сказал: Олег, прежде всего эту роль будет играть Солоницын и так далее. Но не получилось. И также Тарковский абсолютно с осознанием того, что завтра он выйдет на работу, но уже, наверное, в другой реальности, в другом каком-то ключе.
Там, наверное, тоже снимают кино. Я думаю, там такое кино. Там такое кино, которое... Ну да, живым этого не увидеть. Там лучшие режиссеры. Ну, уже. Это правда. Да, я думаю. Шаламов. С Шаламовым вы когда сказали проза, меня это немножко царапнуло, потому что я никогда не воспринимала Шаламова как прозу и как, может быть, даже литературу вообще. Это по какой-то другой совершенно шкале. Да, но это я... Нет, это я просто к тому, что мы переходим, да, это такой плавный переход. Так что это, по-моему, это вообще не проза, я не знаю, как это трактовать. И вот эта фраза... Это подвиг. Да, фраза о наверное. Том, что это опыт, который ничего в жизни не дает. Это самая главная и самая важная мысль. Унижение человеку не нужны. Человека не формирует и не дает никакого повода для саморазвития унижения. И унижать людей... Это самое главное, что он вынес из тюремного опыта. Это самое главное в этой книге, что очень важно понять. Он говорит, что тюремный опыт, а этот человек просидел около 17 лет в самых страшных лагерях. Он пережил самые чудовищные ужасы и вышел живым благодаря своей стойкости, вере и чуду. Потому очень сильно покореженным в жизни. Очень сильно покореженным. Но этот человек сделал книгу, которая дала ключ, во-первых, к целой эпохе, а во-вторых, дала ответ на то, что происходило в душе тех людей, которые пережили эти ужасы. И он правильно абсолютно сказал, нам не нужны унижения для того, чтобы нам понять какие-то вещи. Нам нужно искать счастье, любовь, нежность, самое светлое в этой жизни, и благодаря этому мы формируемся, благодаря этому мы формируем что-то новое. И когда он говорит, были ли мы, отвечаю, были, когда говорит, что его поколение считают несуществующим, потому что это поколение, сгоревшее в топке истории. И когда он говорит, отвечаю, были, это и есть ответ, отвечаю, любили, отвечаю, старались через эту боль пронести искусство, веру, любовь. Потому что спасало его в этом ужасе только то, как в этом замечательном примере, когда оказались в леднике заключенные, и только тот, кто помогал согреться другому, выжил. Тот, кто стоял в стороне и грел себя, умер. То есть тот человек, который помогает и растирает спину другого, пока тот умирает, согревается сам. В этом есть смысл. Смысл в том, что отдавая, ты получаешь. Ты получаешь, причем сохраняешь все. И достоинство, и жизнь, и еще помогаешь другому человеку. Знаете, и «Колымские рассказы» из тех книг, мне всегда наивный так казалось, но, собственно, почему мы этим и занимаемся, потому что вот всегда хочется какую-то книгу, которая изменит, да не знаю, мир. Вот мне всегда казалось, что после этой книги, ну вот уже нельзя, да, уже нельзя так. Ну как же, вот если ты это прочел, а мы понимаем, что прочли это многие, что нельзя по-прежнему, а мир не меняется, какой-то он такой в этом смысле... сопротивляющиеся. Вот уже кажется, что после этого, ну как после этого унижать человека, если ты все понимаешь? А все равно не получается. И вот на это ответа нет. Это я рассуждаю. Это такой риторический вопрос. Не знаю, что про это по этому поводу вы думаете. Вот каждый раз хочется думать. Знаете, есть такая расхожая фраза. «После этой книги я не буду прежним». Вот после «Колымских рассказов», мне кажется, нельзя прежним оставаться. Но кажется, что еще и мир должен измениться, а он почему-то не меняется. Мир никогда не поменяется, и да. Человечество, да. Как было человечеством, так им и осталось. И единственное, что можно сделать, сказал Андрей Тарковский в «Мартирологе», спасти себя самому. И также Альбер Камю сказал в романе «Чума». Нужно делать свое дело честно и стараться пронести его через всю жизнь достойно. Все. Больше у нас другого варианта спасти человечество. Мы уже видели примеры замечательные. Люди
старались уже спасти человечество так, что потом как раз колымские рассказы и получались. Они хотели всех построить, они хотели всех сначала дать им какой-то ключ к великому будущему, пятилетку в 4 года. Мы видели, чем заканчиваются подобные предложения. Самые страшные вещи начинаются с легких кабинетных историй. А давайте мы спасем человечество. А давайте мы придумаем идею, которая спасет всех, объединит. Пока мы не поймем, что такой идеи не существует и что мы должны рассчитывать только на свое восприятие, и каждый человек действительно единичен, и он не может быть просто в общей идее, просто не может быть, потому что он отдельная планета, отдельная галактика, и он сам в себе живет, умирает, ищет, сам себя спасает. Вот. Поэтому, конечно... После этого очень логично Хармс. Вот, кстати, что я заметила, поначалу, когда первые были герои вот этого проекта, Хармса называли крайне редко. Сейчас Хармса называют через одного. То ли время изменилось, или Хармс у вас был всегда. Что нам дает абсурд? Не время изменилось, а Хармс дождался нас сегодня. А мы дождались его, потому что он терпеливо, уже заранее предрекая то, что было, то, что сегодня происходит, он уже заранее давал нам те шифры, которые происходят. Абсолютную разобщенность в чем-то. То есть что сделал Хармс? Он описал мир после атомной катастрофы. Он описал атомный взрыв, в котором не осталось ничего того, что можно логически соединить. То есть мир абсурда – это мир, в котором частицы свободно в хаосе, сталкиваясь друг с другом, высекают энергию. Эта энергия происходит, то, что мы сейчас наблюдаем в мире, это высечение энергии и просто наблюдение. Если я не ошибаюсь, в мире сейчас происходит абсолютная Елизавета Бам или Введенского «Елка у Ивановых». Это абсолютно человек вышел на улицу, с дубинкой и мешком, и в дальний путь отправился пешком. Если вы его увидите, скажите, его очень ищут. Понимаете смысл? Я не хочу переходить ни в коем случае на политические темы, просто не хочется на это тратить время уже. И хочется поговорить об искусстве. Смысл в том, что Хармс сегодня современен, и он будет все больше и больше интересен молодым людям, потому что он абсолютно соотносится с тем, что сегодня происходит вокруг. Каждое его стихотворение, вот понимаете, когда на человека сваливается кирпич, он забывает, зачем он вышел из дому. Потом на человека сваливается еще один кирпич, он забывает, какая у него улица. Потом еще один кирпич, забывает, как его зовут, и потом он ходит по городу и не может вспомнить, кто он, зачем он и почему. И у нас, у многих молодых людей сейчас внутреннее ощущение того, что у нас эти 5 кирпичей были уже на голове. А куда нам идти? А что нам делать? Вот мне, как молодому режиссеру, как молодому артисту, хочется хотя бы чуть-чуть понимать, хотя бы на шаг вперед чувствовать, куда мне двигаться, что мне делать, в каком направлении мне лучше... А это должен кто-то сказать или это должно как-то у себя в голове появиться? Это должно появиться как... Конечно, у себя в голове. Если это кто-то скажет, тогда это уже возвращение к предыдущей теме. Нам кто-то скажет, куда нам идти, мы пойдем строим делать общее дело, и закончится все это театр для всех. Вот, кстати, или на эту тему одна из книг, которая тоже вот в вашем списке, она появилась впервые. Никто никогда ее не называл. Очень интересно. Я теперь понимаю логику. Я очень теперь хорошо понимаю простроенную логику ваших, как это, ваших миростроительных книг. Это Слава Курилов. Вот никто ни разу у меня ее не называл. Я думаю, что мало кто об этой книжке вообще знает. И этого персонажа тоже. Я очень всем советую. Эта книга небольшая. Она очень тоненькая книжка. Слава Курилов называется «Один в океане. Путь». Книгу эту я в израильский приехал к дедушке с бабушкой в Израиль, и мне посоветовали сходить в библиотеку, потому что я много читаю. Я пошел туда. Я куда еще пойти в Израиле, да, как не в библиотеку, в русскую. Я пошел в русскую библиотеку, и мне там дали книжку этого
замечательного человека, который, я быстренько расскажу, быстро. А я знаю да. сюжет. Да, я не даже не про сюжет. Просто закончил он свой путь в Галилейском море, значит, в озеро Кинерет, в Тверь. Трагический да. катастроф. Да, да, он спасал подводника и сам его спас, но остался в воде. Очень в логике, кстати, этого характера. Такая трагическая, героическая. Я думаю, он счастлив был. И в воде. Это самая для него, наверное, счастливая возможность была остаться в том мире, который он больше всего, в котором который он боготворил. Так вот, про эту книгу. Этот человек с детства прошел... Вот у каждого из нас есть какие-то этапы, периоды, когда у нас что-то не получается. Так вот, он родился в городе, в это котором... Это 70-е годы. Да, 70-е годы, Советский Союз. У него в городе только речушка какая-то маленькая, и то не плавать ничего нельзя. Этот человек всю жизнь мечтал быть подводником, всю жизнь мечтал работать в океане, и он был, мечтал быть океанологом. Никто ему никогда доступ к этому просто... Ну, с детства ему сказали «никогда». Значит, он пытался поступить... на корабль работать. Его потому что у него была, значит, болезнь легких какая-то в детстве, ему запретили быть уже и подводником, и водолазом, и кем только угодно ему не запретили быть. Он прошел армию и после этого начал страстно медитировать по книжкам, которые сам издат и предлагал, значит, медитации, йога и так далее, так далее, так далее. И после этого... Я перескочу немножко, чтобы вам ничего не, чтобы вам было потом интересно читать. И после этого он отправляется в путешествие по. То есть да. Человек умудрился собрать денег в советские времена, умудрился каким-то образом купить билет на круиз на круиз, дальний. Да. Из зимы в лето назывался этот круиз. И он из зимы в лето отправился в круиз на корабле и нырнул с корабля, а корабль был по величине, назывался этот корабль прекрасно «Адольф Гитлер» раньше, а потом его переименовали и сделали какой-то, значит, Советский Союз. По репарации его получили. Да. Его достали со дна этот корабль, это был немецкий корабль, огромный, большой. Значит, сплошные символы. Из Адольфа Гитлера он превратился в там, Советский Союз, ура. И после этого этот человек совершает прыжок, у него только ласты, медальон против акул. Чтобы было понятно, они все-таки были недалеко уже от порта, да, он не совсем да. был сумасшедший, он себе вот так представлял себе, что предстоит, да, они поэтому да. должны были приплыть через несколько часов. Но насчет сумасшествия плыл он 3 дня. Ну, его относило, так случилось. Его относило и относило, но плыл этот человек 3 дня. Перед этим он медитировал, я знаю, что еще в книге написано, что он коньячку махнул. То есть я не знаю, как это вообще... Как это помогло, но да. в такой ситуации. И очень интересная история, когда он вышел на берег, а у него вся кожа была в люминесцентных водорослях. И не аборигены, а жители этого берега подумали, что это призрак из воды. Но у нас куда высадился-то? На Юагава, что-то такое, я вот не помню, как называется. Я вспомню, скажу. Я не помню. В общем, и несколько дней он пожил, я буду образно называть, у туземцев, а потом его посадили в тюрьму. И он был очень счастлив, что он на берегу моря находится в заключении и может исследовать, значит, пальмы, кокосы, бананы. Вот понимаете, когда говорят, что мы счастливы только от того, как мы воспринимаем действительность. Вот человек абсолютно доказал. Вроде бы хуже некуда. Оказался в чудовищной ситуации. От дома далеко, семью свою оставил. Посадили в тюрьму, выкопали яму из песка. И он сейчас, там слушайте, тоже йог, а? Бросил да. семью, а потом... плыл 3 дня, потом сидит в тюрьме и радуется. И потом исследовал долгие годы океан. Он у нас был в передаче «Очевидное невероятное». Его приглашали в гости. Он стал известным океанологом. Он добился того, чего хотел, на самом деле. Добился того, чего хотел. И прекрасно. Вот, и эта книга, это потрясающе. То, как он описывает океан, то, как он описывает свой путь, это потрясающее исследование. Это очень важная книга для меня, и я вас очень прошу почитать. Она есть в интернете, если не хотите ее покупать. Она есть в книжных уже изданиях. Прекрасная такая маленькая книжечка и недорогая. Замечательная книга. Очень классная. Еще одна книга, мы уже немножечко про это поговорили, чуть-чуть мы этого коснулись. Тоже книга, которая впервые появляется в списках, оттого еще интереснее. Это книга Алекса Росса «Дальше шум».
уникальная, крайне интересная для того, кому эта тема как-то важна, история современной музыки, музыки 20 века. Вот каким образом она в списке оказалась, и как она у вас, в чем она для вас миростроительная? Ой, я постоянно буду возвращаться к Роману Виктюку, потому что это мой мастер, и когда-то на 4-м курсе он сказал: «Я знаю один магазин книжный, и ты там умрешь от счастья». Добрый, да. Добрый Роман Григорьевич. Повел он меня в этот магазин, и как он обычно книги выбирает, он просто как все? Бы нет, он вот так рукой просто так дотрагивается до одной, до второй, потом раз и вытаскивает то, что нужно. То есть я хожу вот так, копаюсь, ничего не нахожу, а он так раз, о, на, это и значит это великая книга, он мне говорит. Вот про Роса? Про Рос. Это великая книга. Я никогда даже не слышал вообще. Причем библиотека у Романа Виктюка огромнейшая просто. И книг там очень много. Но когда он говорит, это великая книга, а там такая толстая книга, это первый том, второй том уже называется «Музыка 20 века» или так далее. Тоже Алекс Росс. И значит, он, потому что это то, что не знает никто, и он сумел это все передать абсолютно точно. Я знаю, он мне сказал. Он мне ее подписал, я ее купил, я ее прочитал. Он вместо Росса ее подписал. Вместо Росса вместо ее автора. Подписал, да. Значит, эта книга потрясающая. Она о музыкантах и о музыке всего. Там называется она «Слушая 20 век». И вот «Дальше шум», название «Дальше шум». Не дальше мелодия, не дальше мы будем все прекрасно улыбаться. Дальше шум. Значит, смысл-то такой же, как и у Хармса. Что, у нас времени, да? Слушайте, видите, как мы разбежались. Это, все это быстро прошло. Но, сейчас пара слов. Да, пару слов. Значит, почитайте эту книгу, потому что она как раз о том, о чем говорил Хармс. Что будет после того, когда-то сказал Штраус, мелодии закончились, мелодии больше нет. Что будет после того, как уже прошел век золотой, и уже Малера нет, Штрауса нет, уже даже те люди, которые постмодерн, уже и они не знают, что дальше будет в музыке, уже мелодии больше нет, новые мелодии найти тяжелее всего, и очень тяжело. Да? И вот когда он говорит в конце «дальше шум», и дальше нас ждет то, что описывал Хармс, Введенский, экзистенциалисты и так далее. А после этого вновь должна возникнуть мелодия. После того, как все будет разрушено, у нас есть возможность прийти к новой мелодии. И какая будет эта мелодия, никто не знает. Так же, как и никто не знает, какие будут дальнейшие разговоры, какие будут дальнейшие встречи, какие будут дальнейшие спектакли сегодня. Да? Поэтому... Дмитрий, какой прекрасный финал разговора. У нас еще здесь на самом деле было примерно столько же книг, о скольких мы поговорили, может быть, даже и больше. Спасибо, друзья. Я надеюсь, что мы этот разговор продолжим. Я очень надеюсь. Мне кажется, что это было интересно. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания.